Ольга Бузова готовится к участию в новом сезоне шоу «Ледниковый период» и учится кататься на коньках под руководством олимпийского чемпиона. В Инстаграме певица рассказала, что уже несколько недель посещает многочасовые тренировки, которые проводит фигурист Дмитрий Соловьев. Бузова призналась, что постигать азы катания на коньках ей тяжело, потому что последний раз на них она стояла в 6 лет. Первые попытки грациозного скольжения Ольга окрестила знаменитой фразой «как корова на льду». Отсутствие опыта и интенсивные тренировки стали причиной травмы. Певица получила повреждение связок на ноге, и теперь во время занятий ей приходится использовать эластичный бинт.